Елизавета Мячикова, там нет меня. Значит, Елизавета, вы, вне всякого сомнения, человек грамотный, музыкальный. Очень четко выстроена композиция. Очень грамотно, есть завязка, есть кульминация, развязка. Все на своих местах. Но, если честно, то вы меня не убедили. Мне не хватило проникновенности в вашем исполнении. Ну, не взяло за душу, не взяло. Значит, в этом произведении, на мой взгляд, очень большое значение имеют текст, слова. Их надо было более продуманно исполнить. Все пиано у вас таким наполненным, глубоким, красивым звуком. А я бы посоветовала некоторые места спеть более светлым тембром. В начале произведения, там, где про ребенка вы поете, это добавило бы контрастности вашему исполнению. Потом кульминацию хотелось бы более ровного тембра, потому что все-таки видно было, что вы пытаетесь это сделать, вы пытались провести всю эту линию, но динамические спады вы все-таки допустили и тем самым разрушили общую такую картину. Отвлекают, конечно, интонационные неточности. Просто будьте аккуратнее, у вас голос чистый, точный. Хотелось бы обойтись без фальши интонационной. Но вообще, в общем и целом, исполнение, вне всякого сомнения, профессиональное. Выбрано в соответствии с вашими исполнительскими возможностями. Даже легкая хрипотца в голосе вашем не мешает, добавляет некой такой изюминки. Ну, хочется вам пожелать новых интересных композиций, новых выступлений, конкурсов. Удачи!